сложно. На конкурс «Дети читают стихи» читает Васянина Настя, 4 года, детский сад номер 429, город Челябинск. Вместе с бабушкой вдвоем. Наталья Майданик. Вместе с бабушкой вдвоем очень дружно мы живем. Вместе ходим мы гулять, вместе мы ложимся спать. Вместе моем мы посуду, правда, правда, прось не буду. Мы не любим унывать, можем спеть и станцевать. Бабушка мне будет хлопать, а я кружиться топать. Не капризничать стараюсь, я с ней льем, а улыбаюсь. Небольшие мы друзья, потому что мы семья.